Также прошла традиционная елка главы республики для детей из социальных учреждений, многодетных и малоимущих семей. На празднике побывал Ахмат Халкечев. Самый ожидаемый, сказочный и волшебный праздник для детей – это, конечно же, Новый год. После того, как зажегся главный символ праздника, Дед Мороз со Снегурочкой пригласили ребят поучаствовать в увлекательных конкурсах и викторинах. Ну а далее устроили дискотеку под тренды ТикТока и дарили сладкие подарки. На елку главы в республиканскую столицу со всех городов и районов региона пригласили детей из социальных учреждений, многодетных и малоимущих семей. У нас пятеро в семье. Пятеро детей? Сколько здесь елки? Одна сестра, четыре мальчика, считай меня. Да. И еще мама ждет еще одного ребенка. Шестого. Мама хочет сестренку. Я тоже хочу сестренку, потому что мальчиков уже много. От имени главы и правительства Республики юных виновников торжества поприветствовал и поздравил с наступающим Новым годом министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Руслан Шаков. Он пожелал им исполнения всех заветных желаний и чтобы детство у них было самое счастливое. Дети очень активно, живо участвовали, что говорит о том, что им было очень приятно, интересно принимать участие в данном торжестве. Нам это приятно. Мы считаем, что мы достигли своей цели, что для нас было принципиально важно и необходимо. Насыщенная программа праздника не ограничилась представлениями и играми вокруг елки. Ребят еще ожидала постановка от артистов Черкесского драматического театра по мотивам всеми любимой сказки «Золотой ключик». Сказочные персонажи в ярких красочных костюмах еще раз напомнили юным зрителям о приключениях Буратино. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.